В учреждениях дошкольного образования также прошли праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. В каждом детском саду были проведены тематические развлечения. В детском саду «Морячок» 1 июня было особенно шумно и радостно. И это не случайно, ведь в этот день к ребятам пришли их любимые друзья из популярного познавательного мультсериала «Фиксики». Яркие персонажи устроили ребятам настоящий праздник. Весело было всем. Ребята ни минуты не стояли на месте. Они танцевали, рисовали мелом на асфальте, принимали участие в подвижных играх. Отметим, что праздник детства в саду «Морячок» был проведен в два этапа. У нас участвуют все группы нашего детского сада. Но немножечко мы все не вмещаемся на нашей такой вот сцене, как говорится. Малыши у нас прошли раньше, а сейчас старшие группы наслаждаются таким замечательным праздником, веселым. Более подробно о том, как прошел праздник «День защиты детей» в детском саду «Морячок», смотрите в следующем выпуске программы «Наши новости».